На улицах областного центра магаданцев поздравляли с Днем Победы. Военные композиции звучали из колонок в Моргородке. В честь московского парада Победы депутат городской думы Ксения Суханкина вместе с волонтерами дарили жителям столицы Колымы цветы, георгиевские ленты и сладкие презенты. Около 150 подарков получили магаданцы. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хочу поздравить всех жителей города с этим таким прекрасным праздником, пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и счастья в личной жизни. Всех тех прохожих, горожан, кто приходит, всех мы поздравляем сегодня с праздником. По словам Ксении Александровны, цветочную акцию со сладостями провели, чтобы поднять настроение магаданцам и напомнить о великом празднике Победы. Жители областного центра поделились своими впечатлениями. Спасибо волонтерам за такой приятный подарок. Вот шли мимо, с ребеночком гуляли. С праздником, с Днем Победы. Магадан, поздравляю вас с Днем Победы. Желаю всем здоровья, всего самого хорошего в жизни, чтобы у нас всегда был мир. И спасибо за поздравления. Мне очень было приятно. С Днем Победы еще раз. Я поздравляю весь народ, который знает об этом празднике. С Днем Победы. Всех, кто смотрит и слушает по радио. С Днем Победы. Все цветы и презенты раздали. Магаданцы благодарили депутата за подаренное хорошее настроение. Акция удалась, рассказывают организаторы. Они надеются, что в следующем году в областном центре все-таки пройдет парад Победы. И поздравить магаданцев они смогут 9 мая.